Знать свои права и обязанности. Роман Михайленко учится в школе-интернате номер 4. Здесь дети с ограниченными возможностями здоровья и те, у кого есть нарушение слуха. Сегодняшняя правовая лекция для парня особенно важна. Он хочет найти себе хорошую работу. Рома любит готовить и мечтает стать поваром. Сам себе готовлю завтраки. Мама спит, я рано очень встаю, далеко еду в школу. Сам себе завтрак готовлю. Вот. Трудовые права молодежи должен знать каждый. О них ребятам рассказали работники прокуратуры Самарской области и общественники. Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день в 1989 году Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Это, наверное, главное для любого человека, тем более человек с ограниченными возможностями здоровья. Обучение – это одно, а найти себя в жизни, найти профессию, быть благополучным, устроенным – это очень актуально и очень важно для наших детей. Мы понимаем, что ребята имеют определенные ограничения по здоровью, и поэтому для них знать вот те особенности, которые работают по законодательному уровню в отношении них, скорее всего, обязательно. Бывает, что работодатели не принимают к себе тех, у кого проблемы со здоровьем. Общение с ними складывается непросто. Но специалисты напоминают, каждый из ребят также имеет право на труд, отдых и зарплату. Мария Ильчан, Василий Колдашов, события.